Мне, я умеюсь, я даже, блядь, тут оставалось до зарплаты, блядь, неделя, блядь. Я даже, ну, я ебал, я говорю, вы что, ебанулись, да не дожить можно, не дожить. Там, блядь, я тебе отвечаю, Зеля, там пи***, нахуй. Окопы, нахуй, эти, ебать, там, танчик, нахуй, 120-е просто позасыпали, понял? Окопы эти, деревья, нахуй, все поломанные, ебать. Там, ну, блядь, пи***ц, брат. Я, нахуй, бы не съебался, ну, как бы мне, блядь, все нравилось, блядь, нормально. Ну, блядь, нахуй ты, сука, пи***ишь, блядь, гандон ты, сука, ебаный. Бабки, понял, ебать, с пацанов, по 50, по 70 тысяч сбивает, ебать. И минус увала, и сидишь на яме, и после этого едешь вот туда, да, видок. Я тебе отвечаю, с увала опоздал, понял, вот так вот, если, как у меня было, я на, как обычно, ебать, поехал, понял, загулял, ебать. Яму посадил, с ямы, блядь, на передок отправил. Я не знаю, буду, блядь, пытаться как-то перелезть вчера, нахуй. У меня, короче, чтоб ты понял, братан, ебать, короче, нас во взводе, нахуй, 16 человек, понял? Ну, нас именно, понял, пулеметчик. Вот, 16 человек, короче, осталось 5 человек. Вы все в Сочи съебались. Командир отделения первого, мой командир отделения, съебался самый первый, ебать. Командир, нахуй, третьего отделения съебался в Сочи, ебать. Ну и так, пацаны, понял, посъебались, ебаный в рот. Да, потому что они, пи***ли там деревесы, я говорю, нахуй. Там, ну, просто пацанов начал пи***ть, понял, ну, именно бить. Да, да ебанутая голова, нахуй, да.